Пункт управления и на экране. По целям в дальней уничтожать воздушные цели противника. Нанося огневое поражение 48 осколочно-фугасными бомбами. Суд и отслеживать наземные цели на расстоянии нескольких километров, днем и ночью. Общевойсковых подразделений наиболее эффективно применение минометных подразделений и подразделений автоматических гранатометов, позволяющих вести огонь на лесной траектории и поражать противника, находящегося в окружении. Продолжая нанесение огневого поражения противнику, подразделения противника справа в направлении рощи Длинной ведут бои подразделения механизированного полка Алжирской Народно-Демократической Республики, воинских плит Беларусь, Армения, Индия, Китай и Монголия. Огневое поражение противнику наносят боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, а также танки и боевые машины пехоты Народно-Освободительной Армии. Применяемые танки имеют схожие характеристики и позволяют поражать бронетехнику и другие огневые. Т-2Б3 является основным танком сухопутных войск России. Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что на первом месте в огневом поражении противника превосходство достигается ударами ракетных войск и огнем артиллерии.